Знаете, в этой федерации есть много людей, которые меня не любят, но, на мое удивление, одним из них является человек, который, по сути, должен быть моим союзником. Какие проблемы, Кёрс? Я не претендовал на место в команде, а уж тем более на место лидера. Архангел сам предложил эту идею, а на лидерство буквально заставил пойти. Разумеется, я не мог отказать ему, так что прибереги свой гонор на кого-нибудь другого. Если тебе так не нравится мое положение в команде и в самой компании, то выйди со мной на ринг и заставь уйти, если сможешь, конечно. А пока этого не произошло, сиди на заднице ровно и помалкивай. Но если ты все-таки соберешь свою волю в кулак, то я предлагаю тебе матч на новогоднем проникновении.